Детьми ютится на 19 квадратных метрах. В этой комнате нет ни ванны, ни туалета. По закону им положено новые квартиры, но вот встать в очередь на ее получение родители просто не могут. Еды нет, в домах грязь, дети без присмотра. В Карасукском районе инспекторы по делам несовершеннолетних пришли в неблагополучные семьи. Полицейские говорят, что такие неблагополучные семьи, увы, не редкость. Недавно пришлось лишать родительских прав супружескую чету, которая на месяц оставила детей без присмотра. Неухоженное жилье, дефицит квадратных метров и часто нетрезвые родители. Такую картину наша съемочная группа наблюдала в ходе рейда полицейских по неблагополучным семьям Волгограда. На сегодняшний день распад семьи является проблемой острой, это всем известно. Статистические данные показывают, что в последнее время численность детей дошкольного возраста, которые воспитываются в неполных семьях, где воспитателем выступает, как правило, мать, резко увеличивается. Все чаще в России дети воспитываются в неполных семьях. Примерно четвертая часть всех детей в России рождается в незарегистрированном браке. Половина этих детей регистрируется по заявлению одной лишь матери. На 1 миллион 215 тысяч браков приходится 640 тысяч разводов, то есть больше половины. В 2011 году родилось 1 миллион 814 тысяч детей. При этом произведено абортов по официальной статистике 1 миллион 230 тысяч, а по неофициальным данным около 4 миллионов. По данным переписи населения 2010 года в России на одну семью приходится в среднем 1,5 ребенка. Исследования социологов показывают, что в религиозных семьях среднее ожидаемое число детей 3, что выше черты простого замещения поколений. Как желаемое, так и ожидаемое число детей в среднем и у женщин, и у мужчин выше у тех, кто считает себя верующим. По опросам, для 29% многодетных родителей важные темы при размышлении о третьем и последующем ребенке являются нравственные и религиозные убеждения. Еще 15% опрошенных многодетных матерей упомянули религиозные убеждения и веру. Будущее семьи, конечно, я вижу в сохранении евангельских традиций, в воспитании семьи в церкви в первую очередь. Традиционные или российские наши конфессии все ведь призывают именно к тому, чтобы люди обращались к Слову Всевышнего, священным книгам, чтобы они прислушивались к Божьим посланникам, которые несли в этот мир стабильность, они несли любовь. Российская ассоциация защиты религиозной свободы с момента своего создания особое внимание уделяет именно семьям. Здоровая семья – это залог будущего нашей страны. Одним из приоритетов в работе ассоциации является сохранение традиционных семейных ценностей. Именно по таким названиям в мае этого года прошел круглый стол, который собрал представителей основных религиозных конфессий России, общественных деятелей, деятелей науки и культуры. Многодетная семья в современном обществе воспринимается неоднозначно. Воспитание более чем одного ребенка часто связано с материальными трудностями. И то, что некоторые вступают на этот сложный путь, часто вызывает непонимание и недоумение. В мире идет мощное противостояние различных идеологий и мировоззрений. И в этом контексте семья, которая рождает и воспитывает много детей, дает им путь в жизнь, навыки определенных нравственных ценностей и духовных традиций, играет важную роль в этом состязании. В наших церквах есть много многодетных семей, и они являются большим примером для нас. Когда старшие воспитывают младших, когда младшие почитают старших. И это самое прекрасное, когда есть единство, совместная молитва, общение, труд. Вот это самое чудесное и прекрасное решение демографических проблем нашего общества, духовных проблем. Но это может быть сделано только тогда, когда в нашем обществе уважение каждому человеку, включая мать, которая рожает детей, и отца, который воспитывает. Я думаю, что от нашей настойчивости и упорства в первую очередь зависит восстановление традиционных ценностей крепкой семьи, которая будет спаяна любовью, взаимным уважением и взаимопомощью. И это то, что мы называем спастись любовью. То есть через отдачу, через передачу другому человеку, может быть, самого дорогого, вот что есть в нашей жизни. И я всем желаю, чтобы мы научились этому. Спасибо. Религия веками формировала семейные ценности. Сейчас роль церкви ослабла. При влиянии многих факторов происходит пересмотр понимания семьи, основ семейных ценностей и воспитания детей, главным из которых являются сексуальные меньшинства.
И мы видим те вызовы, которым сегодня подвержена современная семья. Прежде всего, это вызовы либерального сообщества, трактующего или деформирующего само понятие института семьи, которое вступает в противоречие с традиционными религиозными ценностями всех конфессий. И это прежде всего вопросы вот однополых браков. Мы видим в этом сильную, большую угрозу как для нас, конфессий, представителей конфессий, так и для всего общества в целом, для будущего России. Правительство Франции в среду узаконило однополые браки. Против были местные католики и консервативная оппозиция, но браки для всех был одним из предвыборных обещаний президента Олланда. 12 апреля 2013 года французский сенат принял закон, позволяющий однополым парам регистрировать брак и усыновлять детей. Июнь 2014-го. Вице-президент США Джо Байден. Защита прав сексуальных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций. Большая семья и семья вообще в традиционном понимании, принятом к настоящему моменту, в том числе в христианстве, это сфера, которую должна отстаивать Российская ассоциация религиозных свобод. Потому что в последнее время, в начале 21 века, как раз эта сфера, супружество, брак, верность в браке, рождение и воспитание детей, послушание и уважение детьми своих родителей, это то, что подвергается наибольшему давлению. И, к сожалению, мы видим, как целые страны, а может быть и уже континенты, они теряют эти ценности. Мы не имеем права допустить это в России, в нашей стране. Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, некоторые штаты США, Мексика, Аргентина, часть штатов Бразилии, Дания, Уругвай. В этих странах разрешена регистрация однополых браков. Во многих из этих стран также позволяется однополым парам усыновлять и воспитывать детей. И список будет расти. Очень много соблазнов для современной семьи. Со стороны тех, кто пропагандирует свободный образ жизни, так скажем, мягко-мягко, что называется. Эти люди, к сожалению, имеют более широкий доступ к средствам массовой информации, чем представители действительно традиционной семьи и вообще традиционного уклада общества. Мы с вами видим, что и актеры, и какие-то деятели там, искусства и так далее просто используют в наглую площадки, с которых нам доводят слова, чуждые, в общем-то, нашему мироустройству, русскому мироустройству. Все чаще можно услышать, что Россия – это последний оплот традиционных семейных ценностей в современном мире. Для успешного развития страны необходимо привитие молодежи этих ценностей. В ходе круглого стола участники обозначили, что необходимым условием решения этой стратегической задачи в молодежной среде является утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, создание условий для осознанного родительства. Российская ассоциация защиты религиозной свободы и в будущем планирует содействовать возрождению нравственности в семье и в обществе. Сегодня прозвучали конкретные предложения, и самое главное из них – это то, что нашим конфессиям, которые и составляют основу РАРСа, надо объединиться в деле возрождения традиционных духовных ценностей, которые присущены всем религиозным организациям нашей страны. Это крепкая семья, это традиционный брак, традиционные ценности и так далее.